Здравствуйте, дорогие коллеги интернет-проекта Фаберлик Онлайн. С вами Аня Кононова, старший национальный директор. Итак, давайте же с вами ответим на несколько вопросов. Это видео будет больше для новичков, потому что директора это уже все знают. Конечно же, хочется всех похвалить и сказать, что у нас с вами очень хороший прирост, 10 607 баллов по итогам 11 каталога. Это, конечно же, итоги только нашей с вами дружной команды. И мы хотим вам сказать спасибо за веру в себя, в проект, в компанию. Вы огромные молодцы. Также хочется поздравить новые процентные уровни. Это старший лидер Ирина Семенова с России. Город Вязьма открыла 12%. Далее, значит, у нас новый директор открылся. Это Светлана Спасина, Россия. Город Пермь, соседи. Поздравляем Светочку. Далее у нас открылась Марина Банман, Россия, «Горячие ключи», старший вице-директор, 19%. Ждем в директорах Мариночку, осталась всего одна ступенечка, это здорово, это классно, как раз начинается сезон, люди все отдохнули, и мы, конечно же, с вами сейчас будем расти намного лучше. Конечно же, те, кто работал летом, просто здорово будут расти. Далее, Светлана Кливачева, новая открытая, это уже закрытая квалификация директора и получение бонусов 55 тысяч рублей. Светочку поздравляем, видели с ней в Нижнем Новгороде. Умница, красавица, очень скромная девчонка, классная. За Свету я очень-очень рада. Далее у нас с вами поздравляем мы Григорьевых и Таисию Арсения с закрытым званием квалификации директор и получением бонуса в 1450 белорусских рублей. Таня и Арсений из Белоруссии, город Новополоцк, но, конечно же, мы сотрудничаем со всеми странами практически, да, там у нас 45 с вами стран на сотрудничество, и, конечно, к нам в команду приходят такие классные лидеры со всего мира. Поздравляем Таю, думаю, узнаете, куда вам потратить свою денежку. Также хочется поздравить Леночку Потанину с закрытием квалификации, также старший директор, и получением бонусов 30 сом, в 30 тысяч сом. Вот, и Леночка Потанина, мы тебя поздравляем, ты огромная умница, ты очень много коррективов внесла в наш проект, ты вывела наш проект на новый уровень, и, конечно, низкий тебе поклон за то, что ты успеваешь расти, подтверждаться, что ты очень самостоятельная, и что ты так легко влилась в основной директорский совет проекта, и всегда-всегда нам помогаешь. Далее поздравляем Мариночку Банман с выходом на новый уровень старший директор, старший вице-директор 19%. Так, по-моему, два раза поздравили. Но лучше два, чем ни одного. Вот, тут ее наставница, старший директор Ольга Сазиева поздравляет, да. Также поздравляем Свету Спасину с открытием звания директора. У нас с вами два человека в структуре Кононовых в этом каталоге вышли в чат директорского состава. Нас стало еще больше, да. И, конечно же, ждем открытых новых директоров с историями успеха, прошу вас блеснуть. Далее, значит, конечно же, наша умница и красавица, спикер нашего проекта, она проводит вебинары по маркетинг-плану, это топ-лидер проекта, уже была топ-лидером 12%, ей чуть-чуть не хватило до 19%, буквально 100 баллов, и в следующем каталоге, может быть, мы уже с вами дождемся Ириночку в директорском составе, в совете директоров, будем очень рады видеть Ириночку, но 19%, конечно, тоже не за горами. Ирина Менщикова у нас с города Слободского. Ну и, конечно, важные, полезные новости по обсуждению по поездке в Москву. Не забывайте, что пойти могут все. События вот в городе Москва. Собираемся 29 сентября в ресторане «Измайловское шоссе, 71, Дельта, 3 этаж». Будет отличный фотограф, видеограф, самый классный ведущий.
Начало в 17:00. И после мероприятия мы, наш дорогой интернет-проект Фаберлик Онлайн, всех участников нашей собственной внутренней мини-ассамблейки приглашаем покататься по Москве, по ночной красавице Москве и посмотреть ее достопримечательности на лимузине. Это банкетный зал «Посад», в котором мы с вами будем все это отмечать, да. И, конечно, стоимость посещения 3 300 с человека, но это плата только за еду. Остальные расходы проект берет на себя и хочет вам подарить незабываемый классный вечер. Обязательно отписывайтесь своим основателям проекта в личку, вот их всех скайпы, и мы будем рады вас проконсультировать. Конечно же, у нас готовится кое-что, много всяких сюрпризов для посетителей данного вечера. И, конечно, важно внимательно запомнить и ответить на все вопросы в табличке, куда вас впишут после того, как вы переведете денежки за стол. Обязательно сообщайте обо всем. Создаем мы с вами нашу команду до 1 сентября, а потом уже будем готовиться к поздравлениям. Итак, сегодня мы с вами поговорим о том, что же такое промо-акции, что такое бонус за покупку и так далее, и так далее. Итак, значит, когда мы с вами заходим в раздел «Мой счет», то мы с вами видим, я сейчас в кабинете 19% лидера, то мы с вами видим объемную скидку в разных валютах. И нам непонятно, сколько же нам тут начислила компания и все такое прочее. Поэтому нам с вами нужно зайти в раздел «Отчеты», в раздел «Отчеты» и, конечно же, посмотреть лицевой счет консультанта и нажать «Посмотреть». И когда мы с вами смотрим, то вот видите, да, у лидера был прирост на 300 баллов. И смотрим с вами, сколько же лидер заработал в итоге, да. 21 тысячу перевели. Ну, что хочется сказать, 21 тысяча рублей – это шикарно. Это шикарно, потому что 21 тысячу мы с вами умножаем на 19 каталогов, делим на 12 месяцев. И у нас с вами получается 33 тысячи в месяц этот лидер уже зарабатывает. Ну, конечно, 6% у нас идет налогообложение, и мы с вами получаем 31 тысячу. Да, это невероятная сумма для того, чтобы зарабатывать дома. И вы знаете, это здорово. То есть ваши выплаты нужно смотреть именно вот в этом вот разделе. Итак, давайте же с вами посмотрим дальше. У нас с вами немножко поменялся кабинет, и, конечно, многие путаются. Когда мы с вами нажимаем «Оформить заказ», тут есть флеш-каталог, быстрый заказ и заказ услуг. Быстрый заказ – это когда вы вводите, сидите, смотрите каталог и вводите, да, тут показывается точка доставки. Смотрите каталог и вводите артикулы по очереди, да, и у вас эти артикулы вбиваются, и вы и выбираете, сколько надо штучек. Ну, конечно, я вам рекомендую смотреть именно флеш-каталог. Почему? Потому что очень часто, во-первых, попадаются новые каталоги, посмотрите, сколько их много. Вы можете подобрать для себя буквально все. У нас 15 категорий продукции, это и одежда, и обувь, и здоровье, это и БАДы, это и, да, то есть нижнее белье, это и колготки, это и школьная форма, это и дизайнерская коллекция от Алены Ахмадулиной у нас с вами есть. И, конечно же, основной каталог, который переполнен, буквально переполнен новинками. И мы его сейчас с вами не будем делать обзор каталога, потому что обзор каталога у нас делает серебряный директор Дашенька Пахильчук. Просто великолепные обзоры. Поэтому мы с вами просто сейчас посмотрим, как добавлять продукцию, во-первых, в корзину, да, и, конечно же, как нам с вами
пользоваться акциями, да. Но вначале, как вы видите, это у нас идет с вами новая коллекция. Эта новая коллекция просто великолепна. Обувь, ботинки и так далее, и так далее. Много что нет в наличии, как вы видите, да. Но, конечно, в наличии есть ботиночки. Я вот себе такие обязательно приобрету, обязательно. Мне не очень нравится. Вот, а дочка просит голубые, да. Дочка просит уже голубенькие и вот такую вот сумочку. Скорее всего, мы это все купим, снимем обзор. Вот, и вы знаете, конечно, новинок очень много, клатчей, сумок, портмонетов, украшений и все такое прочее, да, то есть смотрите, у нас с вами началась продукция, да, и вот тут у нас подписана такая вещь, как бонус за покупки. И если вы будете покупать бонус за покупки из каталога, он у вас придет дорого. Если вы хотите за 159 рублей получить тушь, то вам нужно обязательно брать ее не из каталога, а нужно брать ее из раздела промо-акций на предпоследнем шаге стартовой программы. И все, что подписано бонус за покупочку, мы с вами берем именно по разделу промо-акции. Вот. Итак, значит, смотрим бонус за покупку. Тут идет, допустим, к примеру, только лак для ногтей. То есть, получается, мы с вами каялы, да, карандаши для губ и тонкий цветочный аромат, увлажняющий спрей с перламутром, мы с вами можем купить именно тут, да, то есть вот. Далее, значит, смотрим с вами, у нас идет акция. Не забывайте о том, что акция каждый день с 7 августа по 27 августа 10 покупателей журнала Faberlic Style получат в подарок новинку этого каталога. Это резкий сладкий аромат в начале и тонкий изысканный шлейф сладкой нежной кислинки, когда он раскрывается, да, буквально минут через 15. Вот, эта водичка, обратите внимание, идет 60 мл. И покупая в разделе промо-акции такой вот, как вам даже сказать, да, покупаете в разделе промо-акции этот, и вам может водичка Beauty Cafe просто так упасть в подарок. Конечно же, в дальнейшем вы ее можете купить и так просто. Давайте я увеличу страничку немножко. Да, вы ее можете и так просто купить. Вот, также у нас с вами появились новинки среди домашних питомцев. Обязательно всех куплю дочке. Это продукция безбалловая, потому что это мы с вами сейчас помогаем деткам с ограниченными возможностями чувствовать себя более полноценными. И вы знаете, дорогие коллеги, это круто. Это круто, что компания Faberlic помогает деткам с ограниченными возможностями. У меня все есть, кроме этих трех игрушек. Итак, поехали с вами дальше. Вот, кстати, и новиночка Beauty Cafe, которая стоит 999 рублей, которая вам может достаться в подарок. Итак, бонусы за покупку мы с вами договорились добавлять только в разделе промо-акции, но также у нас с вами есть подарки. Да? Вот, к примеру, когда вы покупаете парфюмерную водичку Pondor, то вам мини-версия этого аромата падает в корзину в подарок. Давайте же с вами посмотрим, сколько парфюмерных вод вы купите, столько парфюмерных вод мини-версий вам и упадет в подарок. Но они будут попадать в подарок не в эту корзинку, которая под каталогом, а в разделе промо-акции. Итак, поехали с вами дальше. Тут у нас с вами наборчики. Вот еще один бонус за покупку, который нельзя добавлять. Да, такие акции тоже работают весьма интересно. Любые две за 229. Когда вы их добавляете, да, любые две парфюмерные водички, ой, простите, или туалетные, туалетные, да, туалетная водичка, она идет 30 мл. Это морской фруктовый аромат, очень приятный. Можете добавить 10-20, да, то есть, чтобы парные были акции, то есть, как вам будет удобно. Тут она у вас отображается дорого, и не за 229 рублей, но в разделе промо-акции у вас уменьшатся баллы и уменьшится сумма. Поэтому за это не переживайте. То есть в разделе промо-акции у вас будет все при все пересчитываться, что просто классно. Вот очень-очень мне понравились такие вот наклейки для ногтей. Мне кажется, они очень нежные, очень красивые.
Вот не знаю, хочу ли я их. Наверное, все-таки я их приобрету. Вот. Вот они. Просто симпатичные, согласитесь. Прям очень красивые. Можно даже продолжать рисунок, да, на ноготочках. И всего 73 рубля за такую красоту. Возьму две штучки себе и дочке, потому что дочка опять-таки запросит их. Вот. Обратите внимание, я их добавила за 99 рублей. Да, я их добавила за 99 рублей. Они у меня отображаются с моей скидкой 26% за 73 рубля. Тут написано 59 рублей. То есть это бонус за покупку, который не пересчитается в разделе промо-акции. Поэтому эти наклейки нам с вами надо обязательно, как даже сказать, именно добавлять в разделе промо-акции. Поэтому мы с вами их удаляем и не попадаемся на уловки, да, чтобы нам дорого не пришло. Две за 115 из каталога добавляем. То есть только бонусы за покупку в разделе промо-акции, только бонусы за покупку. Все. То есть все остальное мы добавляем из каталога, какие бы ни были акции. Могут быть желтенькие ценнички, могут быть какие-то наборы, какие-то крема, еще что-то, да. То есть все из каталога, кроме бонусов за покупку. Очень бы хотела вам порекомендовать вот такой вот спрей. Не спрей, а крем «Легендарный кислород». Это на самом деле живительный эликсир. Его можно и воспаление какие-то мазать. И, конечно же, он заживляет раны. Он помогает от зуда, от укуса комаров. Он имеет 20% нашего знаменитого новафтема и тумерина. И, конечно же, у него идет реальный экспресс-действие. Он усиливает действие любого крема, потому что новафтем – это проводник кислорода. И он заставляет сам клетки работать. Поэтому в этом периоде мы с вами можем реально очень дешево купить вещь, с которой молодеют все, и все его хвалят. И когда он был на перевыпуске, целых два каталога, вы знаете, просто была паника. Обратную связь обрывали и 10 раз задавали вопрос, когда же вы нам его вернете. Эта вещь просто стоящая, очень стоящая. Оно работает как крем, самостоятельное действие, да, и оно подходит, конечно же, и для детей. Очень много мамочек мажут этим кремчиком попки малышей под памперс. И я это тоже делала, когда у меня ребеночек был маленьким. Конечно же, в компании Faberlic к школе уже все готово, все есть в наличии. Очень интересные ручки. Именно ручки, потому что они одной стороной вы пишете, а другой стороной вы их стираете. То есть они стирающиеся. Конечно же, пиджаки с ортопедическим креплением. Конечно же, вот этот же ланчбокс «Сова», он с очень хорошим удобным креплением, которое никогда в сумочке малыша не распадется, да, в сумочке школьника. Конечно же, классная коллекция для девчат, да, просто классные, даже термосы есть. Конечно же, светящиеся кроссовки, видео мы про них снимали на своем ютубе. Мужская детская обувь, мужская женская обувь, коллекция базис. Вот она идет у нас с вами, школьная форма. Просто, просто великолепно, великолепно, просто здорово, да. Вот, есть вязаные вещи с косами. Дополнительный ассортимент, он просто впечатляет. Просто впечатляет. И вы знаете, это такой ассортимент одежды очень легко нам с вами дает возможность бизнеса, когда вы показываете каталог своим людям, и люди просто начинают все подряд хотеть, все подряд выбирать. И вы знаете, это на самом деле шикарно. Вот очень-очень у меня попросила дочка именно такие вот кроссовочки. Я их, конечно же, закажу и себе, и ей, да, размер 37. Просто красивые кроссовки, обратите на них внимание. Вот, просто классные. И беленькие есть хорошенькие, и черненькие очень хорошенькие. Значит, я заказала себе, и я закажу дочке. Добавлю их, пока они есть. Вот, также есть липончики, да, ну и, конечно,
что хочется сказать. Коллекция одежды лимитированная. И, конечно же, пока вы думаете, ее могут раскупить. И это нормально, и прошу на компанию не обижаться, потому что в следующем каталоге будет опять-таки уже новая коллекция. И на самом деле их очень быстро разбирают. И мне нравится, что в компании Faberlic шагают всегда в ногу со временем. И все модные тенденции компания Faberlic узнает заранее, успевает разработать коллекцию. И, конечно же, это прям 5 с плюсом компании за такой шикарный ассортимент и за то, что бизнес строится легко. Легко, потому что у нас выгодно покупать из-за того, что есть такая программа, как Faberlic Club, как стартовая программа, как подарки новичку. Да? Новичок приходит, делает заказ, оплачивает его до конца каталога, и, допустим, в следующем периоде он уже получит три подарка. Три подарка плюс два подарка по программе Faberlic Club минимально. Да, и смотрите, за 1199 рублей новичок получит тушь для ресниц, новинку «Кошачий взгляд», губную помаду, цвет на выбор, и косметичку получит. Да, вот сходите, купите на 1000 рублей в любой магазин, и вам не дадут эти подарки. А компания Faberlic дарит, и это нужно ценить и доносить до своих новичков обязательно. Вот так вот классно и здорово. Ну что ж, давайте мы с вами набрали заказ. Обратите внимание, сумма заказа 6900 баллов 60. Мы нажимаем с вами «Продолжить оформление заказа». И у нас легко этот заказ пересчитывается, и баллов становится меньше, и сумма заказа тоже становится меньше. Давайте же с вами посмотрим. Значит, 50 баллов. Если вам не хочется каталоги, их можно удалить. Их можно удалить, эти каталоги, да? Вот смотрим. Вот таким вот образом. И когда мы с вами применяем изменения, эти каталоги уже вам не попадут в заказ. Но подумайте над каталогом Faberlic Style. Может быть, вам достанется парфюмерная вода в подарок. Итак, нажимаем «Применить изменения». Изменения применили. И смотрим, в корзинке больше нет каталогов. Вложен только один каталог, номер 13, за 20 рублей. Да? Далее смотрим, парфюмерная водичка пересчиталась. Далее мы с вами купили три пондор. Это такой насыщенный абрикосовый аромат, очень сильно насыщенный, и она очень стойкая. Это одна из самых стойких парфюмерных вод вообще в Фаберлик, в принципе, да. И мы с вами видим, нам вложили три подарка за рубль, да. Ну и поедемте с вами дальше. Так. Значит, поедемте с вами дальше. И у нас с вами есть такие вот разделы, да, в промо-акциях. Акции каталога. И тут в этих акциях каталога как раз-таки бонусы за покупку. Акции консультанта, акции распродаж, вспомогательные акции, промо для VIP-консультантов, это для людей, которые более 9 периодов подряд делают лично заказ 100 баллов. И, конечно, выбор упаковки. Ну что ж, смотрим. Акции каталога 14. Набор аксессуаров Flaranche. Скидка 30% на парфюм. 50% на парфюм по купону. У нас с вами в периоде 10 и 11 были такие акции. И сейчас мы с вами из предоставленного выбора можем забрать с 50% скидочкой любой парфюм. Посмотрите, какой ассортимент. Вот моя любимица водичка. Очень ее люблю. И она на самом деле недорогая. И еще одна моя любимица, интересно, есть ли она тут, платинум от Ренаты Литвиновой, да, то есть я парочку штучек обязательно заберу, обязательно позвоню и маме у мужа, и всем-всем-всем расскажу, что вот у меня есть купоны с 50% скидкой, да, вот нашла свою любимицу платинум, и вы тут можете покупать, да, но смотрите, допустим, 278 рублей, вот мы с вами покупали эту водичку, а в каталоге она еще по большей акции. И будьте внимательны, да, я ее купила 229, да, то есть иногда акции в каталоге бывают выгоднее. Смотрим с вами дальше, да,
значит, добавили, да, и вот они бонусы за покупку. Вот тот наш самый классный кислородный бальзам серии Ice Trim, да, то есть мы можем взять его не более 29 штук, то есть вы можете взять одну, 10, 15, то есть сколько вам хочется. Конечно же, я беру сразу 3 штучки, мне нравится, чтобы у меня бальзам был у дочки стоял в комнате, у меня в комнате и в ванной, общий тюбик, мало ли кому-то что-то понадобится, потому что этот бальзам, как от всего, да. Вот, удлиняющая тушь при покупке по каталогу Skyline, тоже цвета тут, наверное, пойдут на выбор, нет, не на выбор, а, это не та тушь, да, то есть вот, пожалуйста, также можете брать, и самое главное, это нажать в конце кнопку «Применить изменения», да, то есть мы с вами сейчас поняли принцип добавления именно бонусу, по бонусу для похудения, ой, по бонусу для развития, для за покупку, и мы с вами нажимаем «Применить изменения». Когда мы нажали «Применить изменения», все бонусы за покупку у нас с вами внизу в накладной начали отображаться, да, что они у нас с вами добавлены. Вот наш кислородный бальзам с очень хорошей скидкой, всего лишь 184 рубля. Итак, значит, акции каталога мы с вами раздел посмотрели, также у нас есть с вами акции консультанта, да. Смотрим, вода, бомбом, в подарок, да, 30 миллилитров, если мы купим 2. Конечно же, давайте посмотрим, как эта акция работает. То есть мы с вами покупаем 2, нажимаем «Выбрать». Скорее всего, опять надо применить изменения, нажать кнопочку. Давайте попробуем нажать эту кнопочку. Так, отлично. Ну и смотрим, что у нас с накладной. Так, парфюмерная вода добавилась, да, это уже у нас третий подарок, как мы с вами видим, да, и это круто, да, это круто. Вот мы с вами две добавили, и одна упала в подарок, отлично. Поехали эти с вами дальше смотреть. Также у нас есть вспомогательные акции, ну, там каталоги и все такое прочее. Конечно, очень люди любят заказывать каталоги, смотреть их, сидеть, дарить потом эти каталоги кому-то, да. Особенно тот, кто рекрутирует всех подряд и не выбирает, что вот я только буду людей из интернета набирать. Вот ко мне сегодня писала девушка из моего поселка и просила прийти, чтобы мы с нею поговорили обо всем, да. То есть выбор упаковки, тут у вас пакетики. Ну что ж, если у вас все в порядке, примерно мнение мы изменили, если нас все устраивает, сумма заказа нас устраивает, да, мы с вами нажимаем «Продолжить оформление заказа». То есть 88 баллов у нас с вами получилось. Мы взяли одежду, одежда идет по половинчатому баллу. И нажимаем «Продолжить оформление заказа». То есть Faberlic Club я в этот раз не забираю подарки, потому что я коплю на комплект постельного белья. И смотрим с вами. Да, то есть счет по заказу 9000, а скидка списана 688. Оплата доставки, ну, у нас 149 рублей. Когда я нажимаю «Утвердить заказ», меня просят немножко подождать, а потом заказ утверждается, и мы с вами видим сумму к оплате. То есть пока у вас не открыто ИП, и вы не получаете денежки на расчетный счет в банке, то вы, конечно же, легко можете эти деньги списывать до 65% из заказов своих. И получается, что, допустим, вы сделали заказ на 9520, а сумма к оплате у вас на 3481. Ну что ж, с вами была Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. Не забывайте про нашу поездку. Всего вам доброго. Всех поздравляю с открытием нового каталога.